так считает Игнатий Лапкин, как вот это, когда единоборство, он выходит так. И с этой стороны Емельяненко! Сделали, и другие все подражают ему. Новое. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком», том 12, вопрос 2642, тема «Старообрядцы». Правда ли, что многие староверы деятельно участвовали в февральской революции, да и к большевикам пошли? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Цитата. Известно, что Александр Иванович Гучков, лидер партии октябристов, был военным министром во временном правительстве. Он был из четвертого поколения рода старообрядческих купцов. Его братья, московский городской голова и известный журналист, все они уже далеко отошли от веры отцов. Их только по происхождению можно назвать старообрядцами. Роль старообрядческих купцов в большевистском движении слишком выпечена. Обычно приводят в пример Савву Тимофеевича Морозова. Он был эксцентричный человек, но деньги большевикам давал не по политическим причинам. А вот Павел Павлович Рябушинский субсидировал Корнилова, а Каледина в их борьбе с большевиками. Об этом вспоминают нечасто. Конец цитаты. Далее комментарии Игнатия Лапкина. Образец, как можно оправдать своих, жена Кесаря всегда вне подозрения. И допустить, что староверы были и изуверы, никак не вмещает. А чего проще было бы ответить, что и не могут, что и не могло того быть, если сердца не были посвящены Господу, если души не были возрождены свыше и ожили без водительства Духа Святого. Так, послушай, Сергей, и не могло того не быть, а ты говоришь, не могло того быть. Да. Совершенно противоположное. Совершенно согласен. Читает, думаю, что-то не то. А чего проще было бы, ответит... Кто ответит, это непонятно. А чего проще было бы ответить, наверное, да? Что и не могло такого не быть, если сердца не были посвящены Господу, если души не были возрождены свыше и жили без водительства Духа Святого. 2 Петра, 2 глава, 19 стих. «Обещают им свободу, будучи сами рабы тления, ибо кто кем побежден, тот тому и раб». У старообрядцев, как и у новообрядцев, был синдром Исмаила. Вернуть все на прежнее. Дать колесу истории обратный ход. Пророк Иеремия, 41 глава, 2 стих. «И встал Исмаил, сын Нафании, и 10 человек, которые были с ним, и поразили Гадолию сына Ахикама, сына Сафанова, мечом и умертвили того, которого царь Вавилонский поставил начальником над страною. Также убил Исмаил из всех иудеев, которые были с ним, за Гадолию в Массифе и находившихся там халдеев, людей военных. Нет, никогда нам то не пережить, осядет пыль пустяшной злой затеи, хотели блеять, но пришлось завыть от коммунизма, что засел под темя. Боролись, падали в геройстве за царя, а он не выдержал, легко масонам сдался. Под красным колесом месили нас не зря,
По строчкам Библии мычим и вводим пальцем. Мы слушать не хотели Иегову, по имени его знать не желали. Но сгинула Россия царская, как в прорву, гореть отныне на ином накале. Былые белые заполыхали дни, и красный угол побледнел смертельно. На практике пошло, что читано из книг, под жернова насыплет общий мельник. Укромных мест для наших нет невест. Повытряхнули пришлые и голыдьба чужая. Сознаться, каяться и плакать повсеместно нам не дано, и ждать иного урожая. Обрядоверие в потемке завело, евангельскую веру истребило. Канонизация, совцы паршивый клок, святая Русь легко ушла под вила. Вновь пережить придется прошлый срам, он в венах и в прожилках из традиций. Прозрения нет и пользы ни на грамм. Опять тиранствует в овчарне злой епископ. Проклятие подгребаем несусветно, копируя кровавые ошибки. Явись, пророк Христа новозаветный, настройтесь собирать свои пожитки. Вновь пережить уже не хватит сил. Себя и прошлое отвергши похороним. Да будет с нами Бог. Гряди, Эммануил, за тысячелетие каемся и ничего не скроем. 20 января 2005 год. Игнатий Лапкин. Все на сегодня. Благодарю за внимание. Ольга, спаси Христос за помощь. А слава Божию, с Богом. Так, Игнатий Тихонович, я что хотел спросить-то у вас? Вот. Слышите меня? Да, слышу, слышу. Виталий Калиников, вот я посмотрел его ролики-то, хорошо сделанные. И он говорит, обложки, говорит, надо делать. Я попробовал, там минуты две у меня на обложку-то всего уходит. Там надпись, вопрос написать, чтобы его сразу по глазам било, какой вопрос. Сделать или не делать? Ну, сделать-то можно, конечно. Ну, смотри как, чтобы оно видно было. Оно читается-то легко без них, но люди с этими, с телефонами едут, там, говорит, это не показано. Хорошо, когда сразу видно, о чем речь идет. Так что сделай, пожалуйста. Для телефонистов можно постараться, думаю, чтобы им да. легче повыбирать. Ну, выставляй в таком виде, как... Буду делать потихоньку тогда. Не знаю как. А я картинку буду лепить, ту, которую сделал Вячеслав. А зачем вам свою картинку-то лепить? Вы я-то с картинкой уже готовы, ну, это берите и лепите. Ну, смотря какая картинка, сразу находить. Вам зачем? Я-то уже прилепил с вопросом картинку, вам зачем ее менять-то? Затем, что броско видно и хорошо смотрится. Как Шариков говорил, хорошо пахнет на кухне. Нет, он так. Нет, у меня-то они с картинками. Если бы они были без картинок, тогда да. А у меня с картинками, и вы еще такую же тогда картинку лепите. Где с картинками, я ставлю одну, как ты делаешь, а другую это обязательно эту ставить буду. Мы все до конца не проглядываем как. Но это сильно привлекает. Они будут рядом стоять. Я выставляю на каждую тему по две, по два файла, по два вопроса каждый день. Но вы же два разных берете. Если бы один и тот же, один с картинкой, а другой без, тогда еще понятен смысл. Нет. Даже где это выставляет, и это точно так же говорит Виталий ставит. Я сказал, одну я буду ставить, ставлю парой. Одну ту, которую ты поставил, а другую ту, которую сделал Вячеслав.
И мы тогда посмотрим, где больше, больше просмотров будет. Кажется, давайте так. Там, где вопросы, где поставили вопросы-то. А где не вопросов нет, а просто картинка. Так на картинку больше стали ходить, чем здесь. Вот и все. А тут, когда открывают, на картинке-то там и вопросы, и все на месте. Так что ну, ты... может, тогда и не стоит тогда эти вопросы. Вот как раз я многообразие. Я не делаю этого, что тебя оттолкнуло, Вячеслава, на это место. Нет, я беру то и другое, никакой обиды нет, в равной по 50. Ну, я-то беру картинку Вячеслава, и на эту картинку вместо старообрядчества ответы просто пишу вопрос, который освещается в этом ролике. Ну, надо, чтобы слово старообрядчество сохранилось. Да. А да, вот где вопросы и ответы, можно, где вопросы и ответы, вот это можно убрать. Слова, вопросы и ответы. Вот эту надпись вместо нее можешь дать. Вот тогда да, все. Да. Вот так, мне кажется, лучше будет. Вот так тогда все. Тогда я буду ставить именно твои, потому что сохранилась картинка, и ты ввел вопрос. Но вопрос сам формулируй, коротко, в двух-трех словах. Вот, а раньше он еще писал, проповедник Игнатий Лапкин читает Сергей Пупков, мелким так вот. Да, ну. А читает-то не он, а читает там Виталий или Вячеслав. Вот, ну я не знаю, есть необходимость в этом писать? Я не буду трогать, потому что оно совпадает иногда, и такая путаница создается. Ну и что, другое прочитал там где-то, это ни на что не влияет. А наши постоянные, которые, они сразу замещают и говорят, так это не он считает. Меня не было, когда я уезжал, то отвечали. И мне сразу пошли надписи, там отвечают за вас, так вы, вас там совсем нету? Ну, как на занятия ходили в университет. Я в больнице лежу, а меня Виктор Андреевич оденет там, одежду-то. На машине привезут, потом обратно. И уже не стали ходить некоторые. Если я не выхожу за кафедру, значит, не надо ходить. Я выгорел за это. Это нехорошо. Я Полосов, я Кифин. Ну, то есть смысл ваших слов я понял, что не нужно подписывать Игнатия Лапкина или что, или нужно. Нет, там кто считает. А Игнатий Лапкин там вообще на картинках меня нету нигде. Почему? В самом начале, когда Вячеслав делал, он писали, были такие слова. Нет, ну может были когда-то, их нету. Нет, ну может были раз-два из сотни-то, 2%. Да. Нету. А что решили убрать-то? Ну нету сейчас, я нигде не считаю на картинках, чтобы про меня поминали. Вот Виктор поет, нет, и там просто указано. Распоряжение убрать-то не понравилось вам? Я все ответил. Ответил. Ничего не ответили. Ну, значит, на этом остался. А ты прокладки мне делай между этими. Для меня это наиважнее. Я вчера с прокладками послал. Чего опять не понравилось, не могу понять. Ты подряд их лепишь, чтобы вот в чем дело. Ты прокладки-то нету. Я не пойму. Были. Ну ладно, я не пойму, только вверху наращивание идет или внизу. И поэтому сейчас все на бумажке выписываю, и три раза приходится открывать. А да, я первый раз так вот сделал, почему у вас путаница? В этой картинке, которая картинка сверху, то там ни номера, ничего нету, я должен открывать ее. А открывать это мне здесь надо переход делать. Я работаю, это уже окончательная версия. Я говорю, что мне это неудобно. Нам нужно, чтобы ты сейчас поработал, допустим, 10, отступил, а к тем уже не приращивать никак. А то впереди, то сзади появляется. Я вчера тут, да, не знаю, сколько сидел и до конца так не... Я же там написал. Ты написал. Именно написал. Ну я тебе сейчас скажу, я тебе дал 10 горошин, а потом в карман сыпнул 20 и скажу, а я потом досыпал 20. А какие именно, не сказал. Это же не горошины. Я не повторно нашли. Я не сказал, в том-то и дело, что я сказал. Что за 20 такое-то число... Там не видно на картинке-то, я тебе говорю, ты не слышишь, упрямец. Я говорю, не слышишь. Картинка стоит голая, ничего нету, я должен ее открыть. А открыть это значит, я должен перейти с этого на другое. Это два, как говорится, канала. Да, они же и раньше тоже были не открыты. Вы как их не открывали-то? Я не могу понять, как чтобы вашу работу-то облегчить-то.
Так, я теперь настолько запутал ты меня, что я теперь ставлю подряд. Утром встал, 12 красным. Повтор, повтор, повтор. Мне легче я их выкину, который повтор, нежели пропустить. Я не могу выяснить никуда, все бумажки исписал. Что тебе говорить-то? Если я тебя посажу на мое место, ты с места не сдвинешься. Что тут непонятно? Ты не успеваешь думать, быстро отвечаешь назад. Это женская психология. Мои слова сначала обдумай, хотя бы минуты две. Ты как вот сейчас будешь подставлять, напиши и скинь. Я буду видеть. Дальше я сегодня по нисходящей номера, допустим, нисходящие, то есть ниже будут, если 400, 399 и так, или по восходящей 399. Закончил сколько? Сразу же отрубаю ее. Я взять не могу оттуда их сейчас. Второй раз делаю, 2-3 пропущено, а пятеро, которые заново, мне надо их закачивать было. Я мучаюсь, а ты споришь. Я тебе говорю, что я тебе отдам твои же материалы, ты не поставишь их. Почему? Если бы они недвижимые были. Я только вчера начал, 5 штук сделал, а маленько я посмотрел, а там уже 8 стоит. С какого конца? Ушел, и нигде нету, тишина. Я думал, закончено. Как только закончил, даже пошел куда-то, сразу напиши внизу. Я отхожу настолько-то. Я до этого дойду, но к тому не прислоняю. После надписи. Тоже с подписью. Вот как надо делать. Ты не слышишь меня. Так я так же и сделал. Я же написал, что такого числа, а потом... Ты написал, что столько-то, столько-то. Но перед этим ты ставил, прилеплял. Пришел через 2 часа, продолжил. А я-то не знаю, что ты пришел. Я после смотрю, а там уже больше. А какие новые-то? Я же не знаю. Я заново теперь все поднимаю, пишу на бумажке, сравниваю, зачеркиваю и сижу. Я тебе говорю, ты даже моего стона не слышишь-то. Че ты такой? Прежде чем вот вы начали стонать, я все это предвидел, что так и будет. Я вам предлагал брать с плейлиста. Они там все по порядочку, снизу по разрастающей. Там одну запись только сделать, что вопрос написать, что до этого я уже скачал. Потом вы уже будете знать, какой вопрос скачали. Потом они будут по этой так, самой... Сережа, я три раза объяснил. Три раза объяснил. Я их там сортировал. А сейчас вы сказали в чат кидать, я их кидаю, как написано. Ну, ты бросаешь небрежно. Три раза я сейчас повторил, и тогда 5-8 раз одно и то же повторяю. А ты... Я бросаю небрежно, потому что вы так захотели. Кидаю в чат, Сережа, я еще написал. Знаешь, есть выражение. А который вот у меня на плейлисте я вам хотел предложить, но вы отказались. Теперь я не знаю, как исправить. Вы же отказались-то. Я предложил как лучше. Вы свой вариант. Ну, что, вам неудобно с плейлиста брать, но там-то они у меня по порядку были, все выстроены, все там под номерами, все их было. Сережа, ты остановись сейчас. А сейчас? Ты остановись сейчас, не говори ничего. Ну, что ты тарахтишь, главное? Ну, нельзя так. Ну... Я не могу тебя никак остановить-то. Обдумывать ты даже минуту не обдумываешь. Это плохо. Считаешь ты, ладно, все. Вот это с расстановкой одно там. Ну где-то 1-2 раза. Ты считай побыстрее. И не говори глава стих. А просто Евангелие от Иоанна 3:16. И понятно. А ты глава стих. И это глава стих ты повторяешь 100 раз. И сколько время потеряно. Не надо это. Ладно. Я же не с тобой работаю, это только, у меня другие насчитывают-то. Вот с Вячеславом нигде ни разу зацепки не было. Есть хорошее такое выражение, говорит, диспут не удался, переходим сразу к оскорблениям. Отделяй, отделяй, надписями отделяй. Я сказал, ты слова мои не повторил, ты даже не обратил внимания. Что напиши, я отхожу во столько-то. Приду потом, и мне это скидываешь тут же под роликами. И дальше все время делай, начинай с малого числа по восходящей. Я уже хоть примерно буду знать, где. Ушел на час, здесь сделай прокладку. Через час пришел. Не пришел, а уходишь когда. Сразу напиши. Все, следующий я подойду столько-то. Я эти хотя бы забрать мог. Я забрать не могу, я сутки жду. Когда ты остатки приложишь или как? Ничего не сказал, вчера я выбрал уже, закачал, и пришлось все ломать и опять переписывать. Ты в суть дела ты не вникаешь. Противоречишь и зря. Давай, расстанемся по-хорошему.